Т-10М, былинный нагибатор этого вашего вартундера, живущий на вершине пятой эры. Индекс бронетанкового управления объект 730. Первоначальное наименование ИС-5. Позднее переименован в ИС-8. Еще позднее переименован в Т-10. Еще позднее переименован в Т-90. За каким-то хреном состоял на вооружении советской армии в течение аж 39 лет, а количество выпущенных штук варьируется от 2,5 до 8 тысяч. Танк был создан в результате окартонивания 7-го ИСа, дабы запилить машину с лимитным весом в 50 тонн. В результате выпиливания, как казалось, лишней брони танк получился слабым напередок, как гламурная тёлка при виде нового айфона, и охотно детонирует от чего угодно, даже если рядом насрёт воробей. Наиболее вафельное место — это его нижний лист, куда снаряды заходят проще, чем члены в дырку Саши Грей, после чего происходит подрыв пердака мехвода, а за ним и детонация боеукладки. В общем, как и положено любой уважающей себя капсуле смерти, танк охотно уносит экипаж в несуществующий коммунистический рай с очень маленькой погрешностью и очень большой вероятностью. В свою очередь, танк вооружен 122-миллиметровым дрыном, способным изрыгать волшебные кумулятивные шприцы, способные пробить на вылет Абрамс, и бронебойные болванки с отделяющимся поддоном, если вам это о чем-то говорит. Оба снаряда имеют очень высокий пробой, однако в рандомизированном реализме этой игры оба снаряда дают ваншотные осечки, примерно 50 на 50. Короче, почему-то, когда противник попадает мне в боеукладку, она взрывается. Когда я попадаю противнику в боеукладку, это есть или попадание, или еще что-то в этом роде, но точно не ваншот. Ну да, в общем-то, кто я такой, чтобы оценить высокий реализм этой игры? Не под вартундер мои руки заточены. Ну а теперь подробнее. Кстати, за то, что рискнул аккаунт, благодарность Вадиму. Турникмену. Причем Турникмен — это не еврейская забавная фамилия, он просто реально спортсмен, так что можете ему уважуху в комментах где-нибудь мочкануть. Значит, в реализме я решил играть без кустов, на низких настройках графики, потому что, ну, игра без маркеров врагов — это вообще не для меня, мне это не нравится. Бесит просто люто, когда ничего не видно. Тем более, многие мне в комментах пишут, что нет, когда на низкой графике играешь, там травы нету, но туман мешает смотреть. Ну, сейчас поглядим, что тут туман кому что мешает. Вот, фрагов привезу, короче. Значит, бросилось в глаза, пока выкатывал бои для того, чтобы составить мнение об этом танке. Целый день потратил. Это то, что я первые несколько боев считал, что играю на тяжелом танке. Мне казалось, что это тяжелый танк, но после трех попаданий снарядов в реалистичном режиме я в этом разубедился. Если в аркаде почему-то каким-то чудом танк действительно имеет хоть какую-то живучесть, то любое попадание в реализме — и танк ваншотится. То есть, и при этом он по динамике тоже схож на... схож со средним танком, примерно с моей 44-кой, возможно, стоковой. Но единственное только, что когда ты едешь по пересеченке или по тем местам, которые в этой игре почему-то считаются болотом, танк, конечно, еле-еле гусли двигает, просто нереально. Но эта игра, в принципе, вообще кажется медленной после арматы. Вот, в реализме, кстати, еще проблема в том, что в очереди приходится постоять на этом танке довольно долго, минут по 7, по 5 минимум. Это минимум, минимальные цифры. Ну, потому что нету, видимо, большого числа желающих в улиточке играть на маусе и КТ.
Хотя нереальная концентрация любителей маусов была у меня в комментах под видосом «Маус против Мауса», где меня уверяли, что маус это гнет. Но, блин, я не думаю, что эти люди, которые пишут, что они нагибают на маусах, что они часто на нем играют. Из-за его динамики, я не знаю, на маусе могут только и пенсионеры играть, которым не жалко тратить, утилизировать свое время жизни на игру на машине, которая даже до места боя едет минут 10. Просто это отвратительно. В этом плане Гайджин, конечно, дал маху со своим балансом. Просто если, ну, баланс в этих играх про Вторую мировую войну нужно делать, исходя из немецкой техники, потому что она ограничена. Вы уже знаете, что в топе это по любасу будет маус, да? Ну, вот здесь еще третий подряд второй тигр королевский засунули на пятый левел. Не знаю уж, что он там делает, как он там лямку тащит. Вот, поэтому надо было, ну, не натягивать глаз на жопу маусу, да, пытаться его как-то сделать более живучим или еще каким-то. Надо было подходить внимательно к подбору советских и немецких оппонентов этому танку. То есть, ну, куда нахрен второй Тигр 2 опять и маус против ИС-3, ИС-4 этого... Тьфу ты, блин, ИС-8, ИС-4. Ну, я Т-10 буду ИС-8 называть, я так привык. Вот, мне кажется, что маус и... КТ рядом просто не валялись с этими машинами, то есть еще и у Амеров 103. Кстати, я не знаю, есть ли уже патч-ноут у вас про то, какие английские танки будут у вас на каких левелах. Я вангую, что топовым будет Конкерор. Мне кажется, просто других вариантов нету. И Конкерор должен будет конкурировать. Ну, не знаю, вообще танк громадный. У Wargaming-то он фуфламициновый, а вот здесь, может быть, ваншотиться и не будет. При этом он достаточно современный, наверняка ему запилят кумулятивы. Кстати, здесь у кумулятивного снаряда пробитие больше, чем у Т-80 в армате. Вот, значит, кстати, что заметил, ИС-8 в картохе имеет вот эти баки, на заднице возит два бака, да, а здесь не сняты. Но при этом в картохе у мауса на заднице баков нету, а здесь есть. Маус, то есть, возит два бака на горбу. Еще немного усилий, и победа в нашей... То есть улитка знает, видимо, осознает, что она делает, ну, то же самое, те же модели, те же танки. Пытается сделать их не похожими. Ну, какой я для себя вывод делаю из этих ситуаций. Однако картошка в следующем патче, как я слышал, свой ИС-8 переименует в Т-10М. Так, торчит кусочек ПВОшки, которую я бы не увидел из-за травы. Еще очень мне нравится прицел здесь. Резочки дальномера как бы показывают то, что менее баллистическая траектория полета снаряда. То есть он вдаль летит практически по прямой. Ну, выстрел шприцом, конечно, тема. Просто в этой игре же нельзя перезарядить заряженный снаряд. О, мышка. Ну, сейчас посмотрим, кто мышка, кто подмышка. Смотрите. Бам, попал. Очень странно, потому что мне таким выстрелом выносили весь экипаж из танка, по крайней мере. Главное не подставлять ему мой нижний лист. Это эрогенная зона этого танка. А какого хрена? А что с ним стало? А его что, кто-то грохнул? Непонятно что-то. Недолго мучилась мышка в высоковольтных проводах. Да, маус сдуло просто. Я офигеваю. Непонятно. Что с ним стало? Только собирался с ним повоевать. Этот бой наглядно показывает, как советские танки доминируют над немецкими, да? А Амеры тоже за нас, да, по-моему, в этом бою? То-то я ждал, блядь, 10 минут стоял. Или нет? Что-то непонятно ни хрена. Таб нажать боюсь, чтобы не палить ники. Ну, вообще врагов, короче, нету. Просто советские танки в Моздоке поехали по полю и всех раскидали. Вот чудо-то какое. Причем у немецких танков даже кумулятивов этих вот нету с пробоем в 400. То есть ущемление полное, на мой взгляд. О. Бумажный самолетик что-то зачем-то взял землю на таран. Офигенно интересные реалистичные бои. Я просто балдею от того, что ничего не происходит. Полчаса едешь, ничего не происходит, а потом в тебя прилетает ваншот из кустов. Вот здорово. Да, команда противника потеряла все машины. Обалденно. Так, ну попробуем здесь. Камуфляж-то зимний есть.
О, ништяк. Впервые, по-моему, не забыл поставить его. Это снова реализм, снова без кустов. Хотя вот на зимней карте, по-моему, можно и с кустами играть. Это отличный, отличный вариант карты, где, в принципе, видно все и достаточно неплохо. Что-то халтурно как-то камуфляж намазали, лениво. Просвечивается, просвечивается зелень. Черный мешок этот вообще палит. Ну, маску ствола-то вообще, да, правильно, нахуй красить. Так пойдет. Я что-то не врубаюсь. Что за фигня? Там, насколько я помню, из документальных фильмов первые зимние камуфляжи танкисты вообще мелом наносили, мелом машину пидорили. Так, ладно, не суть. Надо будет еще, конечно, в аркаде скатать, потому что вот в аркаде хорошо заметно, что этот танк больше на СТ-шку похож. Он там носится, его там заносит нормально. Ну вот сейчас вот тоже жопой неплохо вильнул. В принципе, по прямой из горки он довольно хорошо разгоняется. Вот. Он вот прям вот с горы там, на прямых, на асфальтированных, на хороших дорогах, он гоняет как нормальная СТ-шка. Но на всяких вот таких картах, которые там, как я уже сказал, болото, где надо вверх куда-то в гору залезть, там танк явно скисает заметно, начинает, блядь, что-то еле ползать. Ну и повороты, конечно, классические. Классические ИСовские повороты. Вообще еле-еле просто поворачивает. О, это что такое? Дерзкая. Ну что, ему вынес? Просто у него водитель, теперь всадник без головы. Бам, блядь, в ответку. Я надеялся, что хотя бы рикошет хоть какой-то. Причем смотрите, смотрите, каким снарядом он мне ваншотнул, шприцом. Вот сам ИС никогда никого не ваншотит этим снарядом. Только что-то ему самому влетело, а сразу... И до свидос, поиграли. Дерьмо машина-то, говнище. На мой взгляд, ну полная хренотень. Блять, не может тяжелый танк постоянно. Ну, по-моему, вот я сам на советских танках очень много играл. Все ваншотятся, сука, с первого попадания. Просто все. Я не знаю, как мы войну выиграли на этих капсулах смерти. Та же самая карта, только с другой стороны. Не убогий реализм, а нормальная, бодрая ракада. Вот если бы еще из ракады убрать этот разноцветный крестик, да, вот было бы вообще идеально. Вот разноцветный крестик, это вот не для этой игры. Вот в варгейминге, там во всяком или в армате, там понятно, там хотя бы ваншотов нету. Здесь зеленый крестик обозначает вероятность убить противника, поэтому его надо убирать. Вообще, советую разработчикам, вот тут же три режима игры, да, аркадный, реализм и симуляторные бои. Уберите маркеры в симуляторных боях, а в реализм верните маркеры и уберите крестик. Ну, уже есть три вида боев. Почему симуляторные бои и реалистичные практически одинаково? Сука, падла, блять. Вот чё за... Вот, вот когда я в Armored Warfare играю, вижу людей, которые с базы не могут уехать, чтобы никого не протаранить, никому не помешать, я сразу понимаю, что они пришли из улитки. Я просто вот чисто улиточная фишка, это то, что вначале все ездят как олени. Просто всем на всех насрать, я еду, я на танке. Как будто единственный, каждый единственный танкист. Так, понятно, основная толпа у них едет, конечно же, на точку здесь одна. Отвык что-то мониторить количество захваченных мест. Ну ладно, я тогда тоже в эту пилотку не поеду. Поеду здесь, по краю. Да, конечно, тут до места встречи в бою очень надо долго ехать. Непривычно. Непривычно. То ли уже не знаю, карты огромные или танки просто медленно ездят. Почему, интересно, камера не отдаляется нормально? Зачем мне такой крупный план на жопу этого танка? Он мне, блядь, четверть монитора закрывает. Сзади такая одна единственная гусеничка запасная. Так, 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 тихо, тихо, уже кто-то есть, кто-то есть. О. Вот есть, хрен ли есть, ёпта, ну где ваншот? Я бы взорвался на его месте. Я уверен, что я бы взорвался. Этот бревенчатый дом не разрушить, да, пока что? В следующем патче введут. Выстрелил вроде в зеленый крестик, а один хрен что-то ничего не попало никуда. Видимо, кумулятивный шприц наткнулся на какой-нибудь бревенчатый деревянный забор и сдетонировал.
О. Ну чё за борода? Вообще снаряд не долетает. В ветках, наверное, застрял. В ёлочных, ёптать. О. Оптику сломали. Сейчас ждем, через полчаса танк зарядится, и можно будет еще раз выстрелить. Лобысь. А я ему опять в боеукладку. Смотрите, попал в боеукладку. И где взрыв-то? Где взрыв? Где ваншоты-то эти ваши? Че за борода? Почему один я ваншочусь в этой игре? Причем, смотрите, я попал каким снарядом? Вторым выстрелил специально вот этот, сука, подкалиберный с поддоном, блядь. Где взрыв-то, ёб твою мать? Рандом, рандом в игре, ёпты. Какой тут нахуй реализм? Где тут реализм? Нет тут реализма никакого. Хотел на Г нажать, дым выпустить. Да. Стоим, ждем чего-то. То ли от своих помощи, то ли от врагов снаряда. О. Ну, блядь, чуть-чуть. Аминь. Пока танк чинится и заряжается, летит снаряд, наверняка опять в какую-нибудь боеукладку, нет? Нет. В щеки. Ну и, конечно же, поразительное количество осколков выделяется из брони танка. Короче, ну, все то, о чем я сказал в начале видео, то же самое все и происходит. Я стреляю, никаких ваншотов. По мне стреляют, все нормально. Ну, сейчас не ваншотнули, конечно. Не знаю, потому что, ну, грамотно встал за камни. Все равно нашли, правда, куда пробить, но хотя бы не ваншотную. Короче, мой диагноз, что это машина для кустодрочеров каких-нибудь или любителей встать за камни, за какие-нибудь такие волшебные, чтобы только башню высунуть и оттуда пошмалять. Потому что любое попадание в эту машину это смерть в 90% случаев. Ну что характерно, в картошке С8 тоже говно еще то, но здесь говнище просто наиполнейшее. Просто бесячая машина. Даже не знаю, уж лучше, наверное, на Маусе еле ездить, но подольше жить, чем на этой жлыге. Быстро-быстро мчаться за смертью. Ну, на этом, в общем-то, все. Надеюсь, все, кто жаждали видоса по Вартундеру, довольны. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и адьё.